Авантюризм в политике. Вообще авантюризм полезен во всех сферах, потому что он как раз вас может перебросить из одной социальной группы в другую социальную. Фактически авантюризм – это и есть социальный лифт. Никто в мире не знает, что делать завтра. Никто в мире не знает, что произойдет там через месяц даже. На самом деле события происходят каждый день, и часто человек очень слаб мысленно, чтобы предположить даже, какие события будут происходить. Единственное, что может сделать человек, если он достаточно хорошо думает и достаточно развит, он может предугадать общее течение больших чисел. Ну, вот такое, как перемещение массовое денег, перемещение массовое людей с одного места по другому, и почему это происходит. Вот это он еще может предсказать, именно только наблюдая большие цифры. Поэтому авантюризм позволяет вовремя сориентироваться. И вот один из советов, который я давал еще там 5 лет назад, это бросать все в своих отрыви колесах и переселяться в центр. То есть там в Киев, или в Нью-Йорк, или в Париж, то есть в места, где есть деньги. Это абсолютно авантюрно, но это работает, единственное, что работает. Потому что как только вы взяли свои кости, шкуру и перебросили себя там из какой-нибудь там Жмеринки, перебросили себя в Киев, вот в этот момент с вами начинают происходить чудеса. Потому что вы полностью уничтожаете прошлую информацию для себя, она больше не поступает в вашу голову, и у вас начинает накапливаться новая информация. А информацию надо накапливать. Чем больше у вас в голове информации, чем более грустными вы засыпаете, а открою вам секрет, и психологи давно определили, как только вы засыпаете грустным, это значит, ваш мозг тяжело справляется с большим обилием информации. Но просыпаетесь вы всегда веселы, потому что за ночь решились какие-то проблемы. Но без накопления этой информации у вас не произойдет эта трансформация. И по сути, так как это школа помощников народных депутатов, мы попытаемся это найти этот авантюризм, как работать с депутатами. Потому что стать помощником народного депутата там, или на официально или неофициально, это никакое не достижение. Это может быть удача, это может быть знакомство, это может быть вовремя просто туда вставился, но авантюрного здесь ничего нет. А вот попытаться депутата изменить, попытаться депутату навязать свое мнение, свои мысли и начать управлять им, вот это полный авантюризм. Потому что на самом деле надо быть очень твердо в чем-то убежденным быть, чтобы попытаться постепенно, не спеша, менять депутату мозги. На самом деле, вот я там 5 лет или уже больше занимаюсь тем, что пытаюсь населению изменить мозги. Причем я не переживаю, что у меня нет Интера, 112 канала, каналов доступа к массовой коммуникации. У меня есть простая вещь, социальная сеть, которая обеспечивает полную свободу взаимодействия. Вот последнее, вам открою секрет, очень просто. Я начал встречаться с очень высокими людьми, до которых у меня никогда не было доступа. И у вас нет доступа. Многие ко мне подходят, как познакомиться с депутатом, олигархом. Нужно иметь код доступа. Большинство из них уже поняли силу социальных сетей и открыли свои странички в Фейсбуке. Более того, они читают личные сообщения. Либо они читают ваши комментарии. Ну, если не полный дебил, который закрыл все, и комментарии, и ставит только свои портреты с женой там, или с кем там, или как он там что-то отчитался. Это не Фейсбук. Социальная сеть работает по кругу. Вы туда кидаете посыл, оно вам отвечает. И если вы этот посыл не крутите, у вас не нарастают подписчики, вы неинтересны, на вас никто не реагирует. Значит, меняйте тактику. Так вот, к любому депутату сегодня можно достучаться через обычную социальную сеть. Вы пишете ему в личку сообщение о себе. Вот это полный вроде бы авантюрист. Что он вам должен отвечать? Код, если вы правильные слова напишете. Когда-то была радиопередача, я ее называл, замечательная радиопередача о бизнесе, они в Киеве шли. Вот. И мне задали вопрос, или даже я сам себе его поставил, что я могу предложить Ахметову? Ну, чтобы дорваться до его денег, до его возможностей, до его канала. Ну, в общем-то, знакомиться с таким человеком очень здорово. И я отвечал тогда в радиопередаче, на сегодняшний день ничего. У меня ничего нет для Ахметова. Футболистами я не торгую, металлом тоже, газом я не знаю, в администрации президента не сижу. То есть я ему не интересен, и у меня даже нету к нему кода доступа. И поэтому он мне не отвечает. И тогда я начинаю задавать вопрос, а как обрести этот код доступа к любому человеку? Я же говорю, надо вызвать интерес к себе. То есть вы должны написать слова, которые заинтересуют его. А для этого вы должны знать эти слова, которые заинтересуют. Допустим, мы не можем достучаться сегодня до Порошенко, он вообще, может быть, не считает. Но до какого-то политика вы всегда можете достучаться. Если вы правильно дадите ему посыл. Но здесь очень важный вопрос. А что вы знаете об этом политике?
Потому что часто мы знаем очень поверхностно. Ляшко там с вилами бегает. Все. Больше ничего не знаю. Что он любитель коров, бабушек, это тоже понятно. Но это не Ляшко настоящий. Ляшко настоящий — это мульти-мультимиллионер. Это человек, который дурака валяет на экранах, но при этом очень серьезно накапливает денежные ресурсы. Это человек, который может купить дома по 5 миллионов. Вот настоящий Ляшко. И тогда вы задаете вопрос, а чем я могу, собственно, быть полезен этому человеку? Его второй жизни, так сказать, которая не выходит на экраны. Поэтому, если вы намерились кому-то лично попасть, во-первых, надо определиться, к кому. Потому что, если вы не определились, к кому, вы не можете ничего о нем выяснить. А потом, если вы определились, я хочу быть народным депутатом, помощником народного депутата, там, не знаю, там, королевский. Богатая женщина, наверное, хорошо платит. Вот тут вы начинаете набирать о ней информацию. И желательно набирать информацию не ту, что она на экране дурака валяет, они все дурака валяют, а ту, которая подноготная, чем она занимается, какой бизнес, чем ее интересует. Вот из этого у вас может получиться код доступа. Когда вы напишете ей сообщение, я могу вот это вам предоставить. И тогда, возможно, у вас состоится встреча или ответ. И не отчаивайтесь, если не ответят. Я общаюсь с Коломойским постоянно смс-ками в одностороннем порядке. Раз в месяц я пытаюсь подобрать ключи. Я посылаю ему какой-то посыл, он мне не отвечает. Но раза четыре он не отвечал. И даже я себе организовал пару встреч. Они тоже ничему не привели. Это не важно. Но важно, что вы встречаетесь, вы уже туда заходите. Потому что я подбирал все время ключи. Вот вам вот даю этот метод, подбирайте ключи. И не отчаивайтесь, что он первый раз не подошел. Ни одному карманнику или форточнику это не получается. Ну, а медвежатником становится постепенно, подбирая ключ. Вот этот ключик к этим людям надо подбирать. Но я вам хочу подсказать другое. Потому что вы можете разломать свою собственную жизнь. Потому что вы можете захотеть к определенному народному депутату или олигарху, разламывая свои убеждения. Потому что вам важно еще, чтобы развиваться, чтобы это было вам комфортно, общаться с человеком, который разделяет ваши убеждения. Более того, желательно, чтобы вы служили его убеждениям, если они совпадают с вашими. Если вы поняли эти убеждения, вы начинаете их транслировать. Или подбирать себе уже людей, потому что их там 420 штук, этих депутатов. Все они очень разные. Но с большинством из них, возможно, вам не захочется общаться, потому что ваши убеждения уже не соответствуют их убеждениям. Короче, если вы не убийца, вам не захочется общаться с убийцей. Если вы там не занимаетесь чем-то там криминальным, вам не захочется с криминалом общаться. Но если вы криминальный, тогда да, welcome. Вы можете с ними общаться. Поэтому я вам подскажу, как быть либертарианцем. Потому что я все равно все лекции заворачиваю на либертарианство, на партию 5-10. У меня сейчас есть это право, потому что я выступаю перед вами бесплатно. Поэтому ваши бесплатные уши в моем распоряжении, я буду подбирать код доступа к вам. И очень простой способ, как выбрать для себя депутата, если вы либертарианец. То есть, если вы любите свободу, если вы любите свободное общество, если вы не хотите закрытое общество с границами. Хотя это очень большой труд над собой, потому что у нас глаза, мозги зашорены телевизором. А телевизором вам как раз вставляют постоянно не свободу. И поэтому есть критерии, по которым можно выбирать для себя изучение любого депутата, любого законопроекта, любой партии. То есть вы можете по вот этим критериям, если вы их взяли себе на вооружение и вы хотите этого, выбирать. Это прежде всего движение товаров. Денег и людей. Правильно написал? Да, люди на третьем месте. И это правильно. Потому что если мы дадим свободу передвигаться только людям с безвизом, как сейчас, то все люди уедут из страны. Потому что там они найдут эту свободу передвижения денег и товаров. Поэтому прежде всего передвижение товаров – это бизнес. Что если вы не переместили свободно товары, они обросли коррупционерами. Если где-то кто-то лег на рельсы на блокаде, или стал таможенник, или вас поймали на блокпосту, это значит, товары свободно не передвигаются. Если товар передвигается и к нему цепляются налоговые и все прочие, мы чисто законом физики теряем энергию. Вы знаете, что самое легкое там вещество или как фотон, он летит без скольжения. И именно поэтому он пролетает миллионы лет, добирается до Земли и освещает Землю.
То есть он фактически электромагнитным импульсом нагревает Землю. То есть теряет энергию, огромную энергию. Но только потому, что он нигде не цепляется. Попробуй луч зацепить, где-то он там и останется. Поставите ладошку, он об ладошку зацепится и не долетит до стенки. Это особенность света, это физическое явление. То есть идеально, если товары будут передвигаться и вообще ни за кого не цепляться. Тогда ваше общество быстро будет богатеть. Тогда ваши карманы будут набираться деньгами. Второй вопрос. Передвижение денег. То же самое. Условная единица деньги – это не обычный товар. Хотя сейчас они уже и обрели форму товара. Мы покупаем доллары. Мы их продаем. То есть это предмет купли-продажи. Деньги – то же самое. Они не должны ни за кого цепляться. Ни через национальный банк, ни через другие банки и все прочее. Потому что как только стреноживают деньги исчезают из ваших карманов. Их контролирует государство. Они не дают вам свободно обмениваться деньгами. Вы знаете, что у нас магазины не принимают доллары, у нас не принимают евро. Хотя с точки зрения либертарианца это безобразие, это уменьшает наши доходы. Это мешает нам жить. Ну и дальше передвижение людей. Святое. Человек куда хочет, туда пусть едет. Он захотелось ему по безвизу в Европу, пусть едет. Захотелось внутри страны передвигаться. И с этой точки зрения вы можете оценивать любой законопроект. И самые спорные законопроекты, конечно же, они на виду, вы знаете, да? Вопрос о земле. Кто за блокаду, или как это, за мораторий на землю в этой аудитории? Раз, два, три, четыре, пять. Мы идентифицировали людей. Вот сразу, по первому же вопросу. Мораторий на сельскохозяйственную землю улучшает товарооборот земли? Превращает землю в товар? Нет. Значит, что он делает? Он порождает коррупцию. И он порождает бесправие, потому что человек, допустим, у вас 8 гектар сельскохозяйственной земли, которую распоривали, но продать вам не разрешает государство. А государство представлено такими политиками, как Ляшко, Тимошенко, современная власть, прошлая власть и нынешние политики. Вот если вы послушаете Савченко, гения, она просто гений политики, я должен сказать. Но у нее есть обо всем свое мнение, в том числе и о торговле земли. Землей, говорит, торговать нельзя, потому что приедут ее и скупят. Ну, вообще-то это цель людей продать землю, если они хотят. Они хотят, так и не будут продавать. Но такие, как Савченко, заявляют, нет, нельзя продавать. Но нас удивляет, а почему Богословская также заявляет, что землю нельзя продавать? А почему Тимошенко тоже все так? А почему Ляшко? А почему весь истеблишмент государственный против продажи сельхозземли? Почему он так озаботился этой бабушкой, дедушкой, которой нельзя продавать его землю? Ведь вдумайтесь, это же вопрос права. Здесь возникает, в голове стоит щелчок. Вот вам и определились. Если человек против продажи земли, значит он не свободный человек. Он не хочет свободы другому человеку. Он пытается запретить другим людям пользоваться своим правом. Следующий вопрос. Свободная продажа и владение оружием. Кто за? Где-то половина, да? Остальные против. Опять, при помощи вот этих простых вопросов. Если оружие становится товаром, человек свободен, он может владеть оружием для собственной защиты. Почему у бандита есть оружие? Почему у чиновников есть дарственное оружие? По-моему, Аваков подарил больше 1000 огнестрелов. А простому человеку нельзя. Что говорит обычный чиновник? А народ не готов. А он нас постреляет. А на самом деле все преступления, вы знаете, совершаются из нелегального оружия. Если у вас оружие за вами записано, вы никогда из него преступления не совершите. Потому что вас сразу найдут по этому же оружию. Поэтому это все ложные позывы. Но мы очень спокойно воспитываем самих себя, что такое быть либертарианцем. Это допускать свою свободу и свободу других людей. Это допускать, что человек тот свободен настолько, насколько и я. И моя несвобода или мои пожелания не должны мешать осуществлению вашей свободы. И вот так любой вопрос, любой законопроект теперь вы можете брать и идентифицировать с точки зрения либертарианства. Либертарианство – это сложное понятие, потому что это такое количество свободы, которое возможно будет только в будущем, может быть в 50-м, 100-м году. Но почему мы используем либертарианство и цифры 5-10? Потому что уже сейчас мы готовим будущее поколение. И будущее поколение, которое, возможно, поменяет эту страну. Потому что пока 10 лет там, или 20 идет промывка мозгов,
на рабство фактически. То есть людей фактически при помощи телевизора держат в рабстве. Им внушают ложные ценности, им говорят о том, что это хорошо, не свобода, это хорошо ставить блокады, это хорошо забивать банки, даже если они российские, это хорошо там устраивать какие-нибудь эмбарго. Вот это внушает нам все телевизор. Но как только вы смотрите с точки зрения вегетарианства, вы понимаете, что все это вредит вам самим. Это все вымывает ваши деньги. Потому что сами вы будете натыкаться в жизни на большое количество запретов, на большое количество несвободы. И это будет происходить трата вашей энергии. Когда вы не по прямой будете идти, вот, например, добыча угля где-нибудь в антраците, да, там, в шахтах. В принципе, это простое явление. Берется уголь здесь, грузится на вагоне и закидывается в печки. Все. Но насколько это сложное явление в нашей стране? Во-первых, ладно, выкопали шахтеры это дело. Дальше загрузили в вагон. Дальше эти вагоны натыкаются на блокаду. Это самое последнее. Но даже чтобы купили этот уголь, надо спросить у администрации президента, надо получить специальное разрешение аппарата Верховной Рады, надо на НКРЕ пойти, надо утвердить цену. Короче, простая продажа товара для электростанции превращается в запутаннейший процесс коррупции в стране. Потому что сделали простую продажу невозможно. Например, вы не можете, каждый из вас не имеет права торговать газом. Вы это знаете? Не имеете. Вы должны получить лицензию, вы должны спросить разрешение, вам должны дать квоту. И поэтому торгуют газом только олигархи, у которых есть эти возможности, есть депутаты, есть в правительстве свои люди, вот тогда они имеют право торговать газом. То есть очень много товаров, которыми вы не имеете права торговать. Вас государство лишило этого права. А в результате и уголь, и газ начинают продаваться по другой цене. На более высокой, потому что на каждом этапе казнократская составляющая. Вот я часто у людей еще спрашиваю, кто из вас платит налоги? Все платят. Или кто-то не платит? Кто не платит налоги? Раз, два, три. Вот до чего хорошо думать начинать. Потому что когда вы идете в магазин, вам продают какой-нибудь товар. И вы берете, там написано 20% НДС. И после этого вы мне говорите, что вы не платите налоги. Дальше. Налог на прибыль включается в стоимость товара. Таможенные пошлины включаются в стоимость товара. Казнократская составляющая включается в стоимость товара. Все в стоимость товара. Роттердам плюс. Тройная стоимость доставки. Это все казнократы включили в стоимость товара. Заплатили только граждане. Заплатили пенсионеры, инвалиды, студенты. Потому что богатые, я всегда говорил, налогов не платят. Потому что есть службы, которые на этом зарабатывают. И на НДС, и на всем прочем. Поэтому с этой точки зрения, когда вы вот смотрите на любой закон, вот когда будут принимать, вы совершенно спокойно оцениваете. И в этом мы потренируемся с вами. Если у вас будут вопросы по этим. Вот такое я вам хотел сказать. Но самое главное, вернемся к авантюризму в политике. Если вы вот это навяжете своему депутату, если кто-нибудь из вас сумеет убедить Ляшкова, Тимошенко, Богословскую, Савченко в том, что свобода передвижения товаров, денег и людей – благо для людей и сделает украинцами самой богатой нацией в мире. Потому что та задумка, которую придумала партия 5-10, она исходила из одного посыла. Как сделать нищего, бедного, ободранного, обманутого украинца самым богатым в мире? Казалось бы, немыслимая задача. И когда я ее говорю, обычно блуждают улыбки на лицах. Ну это же невозможно, ну как? Всегда были нищие, тысячу лет нищие. Но когда начинаем задумываться, а как это должно быть, как это должно произойти? Это не специальные курсы быть богатыми, это не менеджерские курсы, это все не то. Это дать столько свободы, сколько украинец может понести. И после этого начнут происходить действительно серьезные события. Что начнет происходить, если в Украине введут систему 5-10? Отменят все пошлины, НДС, свободно передвигайтесь, свободно ходит валюта по стране. Вот что произойдет вообще в мире? Потому что произойдут сдвиги мирового масштаба. Потому что деньги вдруг развернутся и пойдут в Украину. А как только пойдут деньги, появится огромное количество продавцов товара. А как только появится огромное количество продавцов товара на этой территории, люди начнут богатеть. И достаточно стремительно. Сказать, что все, нет. Некоторые бездельники так и будут сидеть. Смотреть в окно, как другой зарабатывает. Но я уверен, что такая система потянет 90% людей, которые захотят зарабатывать. И я уверен, что при этом государство действительно разбогатеет. Потому что
Об этом говорят простые цифры. В Украине сейчас ВВП 85 миллиардов. Я напишу эту цифру. Видно вот так? 85 миллиардов. Запомним эту цифру. Но мы должны понимать, что 85 миллиардов позволяет сейчас держать в Украине средний доход на человека $200. Все. Это в год сколько там получается? 200 умножить на 12. Сколько? А? Не, это средняя, это действительно такая цифра. У кого больше, у кого меньше, но она примерно такая. Но, сами подумайте, чтобы выйти на 200, на 2000, на 2000, если поставить так задачу, если бы президент сказал, подождите, у нас задача выйти на $2000, то что надо сделать? Ну, безусловно, это связано с валовым внутренним продуктом, это количество товара, которое мы производим и продаем. То есть это значит, что вот эту цифру надо умножить на 10, а это 850 миллиардов, это почти триллион. Масштаб задачи, который ставит партия 5-10. Но что должно произойти в стране, в мире, какой катаклизм, чтобы у нас был 850 миллиардов ВВП? Только одно, свобода. Что деньги перемещаются по тем же законам и людям, по которым действуют законы физики. И те же самые законы сохранения энергии. Других законов вообще в мире не существует. Те, что принимают законы народные депутаты, это не законы физики, они не обязательны для исполнения. Вот законы физики доказаны мажорами, знаете, да? Они всегда пытаются нарушить законы физики, садиться на БМВ и полный газ. Встречается со стенкой, законы физики действуют. То же самое в нашей стране. Пока все стоят запреты, деньги уходят в никуда. Я когда-то проанализировал, что происходит вообще вот у нас в стране и почему у нас нет практически предпринимателей, которые создают товары, продукты или еще. На самом деле предприниматель не должен создавать никакие товары или продукты. Главная цель предпринимателя – это много зарабатывать. Фактически он человек, который всегда ищет, где заработать. Это его сущность. Это и есть социально-экономическое явление. Предприниматель занимается деньгами. Но если в государстве все деньги зарабатываются только в смычке с государственными чиновниками или с государственными предприятиями, то ответ – самые умные ушли в госсектор или около госсектора. И там они зарабатывают деньги. Умных много, но они все скопились возле государственных предприятий. В общем-то, куда и вы, наверное, стремитесь. Найти своего депутата кормушку, вначале зарплатка, а потом, глядишь, и коррупционную схемку поставят. А там, глядишь, уже и домик, машинку купишь, а там и сам в депутаты пойдешь. Многие помощники потом становились депутатами. Сев на обычно, я помню одного такого депутата, Рудьковский был. Я когда попал в парламент, он был помощником. И он всегда бегал за Морозом. Ну, типа социалист. Потом он стал и депутатом, и взял газовые скважины, и стал газовиком. И сейчас на него несколько уголовных дел, и народ будет аплодировать, как замечательно, у него много уголовных дел. Но законы физики работают неумолимо. Потому что, учитывая свободное движение товаров, денег и людей в Англии, Рудьковский вместе с деньгами эвакуировался в Англию. И передает вам всем привет. Хотя он возглавлял социалистическую партию, говорил о том, что народу надо помогать и так далее. Вот вам простой путь. От возможно когда-то честного до нечестного, а теперь уже честного, уважаемого человека в Англии. Потому что особо уголовная наша полиция их там не достанет. Вот это к этому приводит. Поэтому ваш весь авантюризм должен заключаться в том, что первое, у вас должны быть свои собственные убеждения, которые вы навязываете другим людям. Даже если это народный депутат, или олигарх, или просто богатый человек. Вот когда вы можете навязать свои мысли другому человеку, более влиятельному, чем вы, вот тогда вы полезный член общества. Вот тогда вы управляете Вселенной. Потому что деньги, они несправедливые, они распределяются по-разному. Может человек найти деньги, миллион, а может не найти. А может кто-то наследство свалилось. В принципе, надо только признавать, у одних они есть, у других их нет. Одни могут пользоваться деньгами, другие не могут. Но их распределение абсолютно случайно, но только на первый взгляд. Потому что деньги тоже попадают только к тем людям, которые что? Ищут деньги, говорят о деньгах, думают, где взять деньги. Чтобы иначе вы информацию о деньгах не получите. Если вы не ставите вопрос о деньгах, информации не будет.